Молитва от коронавируса. Патриарх Московский и всея Руси, Кирилл, утвердил специальную молитву против коронавируса. Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы Твоими, и огради нас от губительного поветрия наны движимого. Пощади нас, смиренных и недостойных рабов Твоих, в покаянии с теплою верою и в сокрушением сердечным к Тебе, милосердному и благопременительному Богу нашему, припадающих, и на милость Твою уповающих. Твое было есть, еже миловати и спасательный, Боже наш. И Тебе славу воссылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пояснение к тексту. Не вниди в суд с рабы Твоими. Не войди в суд с рабами Твоими. Мы просим не судить нас прямо сейчас. Поветрие. Быстро распространяющаяся эпидемия. Благопременительному Богу нашему. Благопременительный состоит из трех слов: благо, добро, пере и менять. То есть подчеркивается такое качество Бога, как способность поменять ситуацию на пользу людям. Исправить то, что мы испортили. Уповающих. Надеющихся. Еже. Которое. Твое было есть, еже. Тебе свойственно то, которое.